Декстер Индастрис. Здесь трудится добрая половина жителей Хоупа. Город давно куплен, а благодарный покупатель никто иной, как Блейк Декстер. Викторию удерживают где-то на территории фабрики. Медлить нельзя. Здорово, как жизнь в дороге? Да, все хорошо. Вот дочкой обзавелся в прошлом месяце. Поздравляю. Спасибо. Я как-то не ожидал в мои годы стать отцом. Не так уж ты и стар. О, сразу предупреждаю, толстуха сегодня на ресепшене, и ей вообще под хвост попала. Что это за хрен в костюмчике? Какая разница? Я не про то, он мне знаком. Где ты его видел в этом же костюмчике? А ты прав, он выглядит знакомо. А он не этот, не мирный посредник ли? Я его, кажется, видел на обложке журнала. Да-да, мирные переговоры в Южной Америке или что-то в этом духе. Так что он здесь делает? Какая разница? Пойду-ка я пожру. Ого, увидимся. Извините, сэр. Чего еще? Я посоветовал бы вам пройти внутрь, сэр. Я пойду, когда буду готов. Сэр, это для вашей же безопасности. У вас есть допуск. Идите напрямую. Хорошо, хорошо. Одну минуту, ладно? Спасибо, сэр. Ага, я снаружи дома Декстера. Отлично, окей, мы начнем погрузку. Эй, а Дэвису объяснили, как перевести груз через границу? Ага, хорошо. Все как по маслу. Когда я вернусь завтра, надо будет отпраздновать. Да, да, но не стоит его недооценивать. Может, дела идут не так хорошо, как после той истории в Нью-Йорке. Но под его эксцентричной личиной, скорее всего, скрывается цепкий бизнесмен. Я постараюсь выжать из него хорошую цену. Главное — найти правильный подход. Хорошо. Перезвони мне через 5 минут. Попробуй что-нибудь нарыть. Нельзя заставлять его ждать. Кто-то есть? Декстер Индастрис. Здесь трудится добрая половина жителей Хоупа. Город давно...
Как твое ничего? Смена по вызову уже здесь? Парочка уже дотопала. Эй, чего нового? Интересно, из-за чего весь сыр-бор? Не наше дело задавать вопросы. А, это верно. Ладно, долг зовет. Да-да, увидимся позже. Ага, до встречи. Привет. Привет! Привет! Как жизнь? Это Альфа-5, все чисто. Прием. Как поживаете, сэр? Вам туда. О, здрасте. Вы, наверное, тут недавно? Ты гонишь? Я пойду покурю. Эти гребаные мины на взводе? На взводе. Это же безумие. Мы подорвемся к чертовой бабушке. Никто здесь не умрет. Я на этой работе много лет, и ничего никогда не случалось. Мистер Декстер хочет продемонстрировать, насколько эти хреновины безопасны. О, но это уже слишком. Расслабься, а? Они взрываются только если их активировать и детонировать. Так что, если ты внезапно не начнешь петь и танцевать, как Майкл Джексон, то беспокоиться тебе не о чем. Мы не заплатили за пробег, потому что вы не оформили нотариально одобрение. Я дальнобойщиком 20 лет пахаю. Меня в жизни никто не просил нифига нотариального. И английскому тебя никто не научил. Но тут я тебе тоже помочь не могу. Нет печати, нет оплаты за пробег. Сама можешь посмотреть на одометр, проклятый корова. Это приставание. Придется об этом доложить. Ты... Ну уж извините. Как делишки? Проклятая чертовка.
Эй, чего нового? Эй, вы, что вы делаете? Эй, полегче! Расслабься, чувак. В чем его проблема? Привет. Может, потерял что-нибудь? Так, значит, сначала белки взбить? Или шоколад плавить? Ага, понял. А, сначала взбить сливки, потом расплавить шоколад. Да, понял. А принципиально, какой шоколад плавить сначала? Нет? Окей, я запомнил. А, поставить, остужать? Да, да, понял. А потом запихнуть в морозилку, ага. Да, отлично, спасибо. А, она будет без ума, ага. Потом расскажу, что получится. Окей, да, увидимся. Отлично, пока.